За все эти годы даже ногу ни разу не потянул. И вдруг хрящ! Я больше не могу оставаться единственным, кому известен рецепт волшебного зелья. Что? Надо отправиться на поиски преемника, которому я передам свой секрет. Что? Катастрофа, Обеликс. А вдруг тайная формула попадет в чужие руки? Сломал ногу. Имеется ли у вас список молодых талантливых друидов? Да, целая картотека. Картотека? Полная база данных. Строгий учет. Здесь абсолютные бездари. Они даже луковый суп сварить не могут. Эти так себе. Выучили пару фокусов. Меня называют Магнетик. А вот и подающий надежду. Рожу-то попроще сделай. Аве, Цезарь, я принесу тебе зелье. Напиток варваров? Что ты задумал, Сульфурикс? Сегодня ночью мы уничтожим деревню усатых дикарей. Конец Астериксу! А вот это значит сюда. Возомнил себя друидом? А может, у меня врожденный талант? Заряжай! Скорее, Обеликс, в погоню! Какого бородача бить первым? Ну сколько можно? Опять будет как в прошлый раз. Я все рассчитал. Если сейчас не взорвется, значит рецепт правильный. Готов? Так. Друид из тебя, конечно, бомбический. Астерикс и тайное зелье. Эй, ты, Пусан, рот закрой! А что, давно не получал, да? А, теперь мне конец. Кажется, я немного погорячился. Был неправ. 17 января.